Закаляй тело с пользой для дела. Жители 40 городов России и 5 стран мира в режиме онлайн выстроились в цветах российского флага и облились холодной водой. К международной спортивно-патриотической акции «Быть здоровым – это модно» присоединились и десятки волгоградцев. Мероприятие состоялось на территории спорткомплекса «Зенит» в Краснооктябрьском районе. Убедился, что закаляться необходимо, и Максим Черпак. Организаторами акции стали члены спортивно-патриотического клуба «Ярополк». В замечательном мероприятии приняли участие более 70 жителей региона. На экране было видно, как обливались водой жители всех других городов, принявших участие в масштабной акции. У нас есть любители моржевания, любители здорового образа жизни, спортивная общественность, конечно же, с радостью, с удовольствием принимает участие в этом мероприятии. У нас настоящий спортивный праздник. Это очень важно, во-первых, говорить об этом, показывать это, для того, чтобы наши люди вовлекались в здоровый образ жизни, в занятия физкультурой, в занятия спортом. Обливание водой, а также заводные танцы, флешмоб, песни, показательные выступления силачей, праздник здоровья удался. Это бодрит и дает энергию на весь день. Это закаляет и дает эмоции положительные. Ты с утра заряжаешься, и до вечера просто у тебя энергии много. Это великолепная акция, которая объединяет множество городов, даже стран. Нигерию сегодня показывали. Это супер. Мы сегодня с вами покажем высший класс. Для Маргариты Горнушкиной обливаться холодной водой на улице в новинку. Волнуется, но ее поддерживает вторая половинка – Илья. Он уже 3 года занимается моржеванием. Теперь хочет приобщить к этому хобби и свою жену. Первый раз на улице холодная минусовая погода. Обычно, если даже холодной водой, то дома там, где тепло. Это способствует здоровью. Тело испытывает шок, кровообращение улучшается. И только одни плюсы придает. Энергии на весь день, заряд бодрости. Перед закаливанием нужно подготовиться, обязательно провести зарядку. И только после этого люди из всех городов облили себя холодной водой. Обалденно! Это очень круто! Каждому советую побывать и посетить такую акцию. Очень здорово! Вы знаете, очень здорово. Почувствовал себя очень-очень молодым. Холодная вода – это залог здоровья, бодрости. В Волгограде к здоровому образу жизни приобщаются с детства. Дошколята Центра развития ребенка номер 11 Красноармейского района ежедневно обливаются холодной водой на открытом воздухе. Такую методику оздоровления успешно применяют уже десятки лет подряд. Если вы захотели приобщиться к здоровому образу жизни, рекомендуется пройти комплексное обследование организма, чтобы исключить у себя наличие противопоказаний. Максим Черпак, Георгий Катаманов. Время новостей.